еще немножко, и форма одежды будет летней. Лично мне уже жарко. Осталось сменить трико на шорты. И все, летний сезон открыт. Почки набухают на глазах. Началось только движение. Природа пробуждается, могучий импульс к обновлению. Используйте его. Март — это время обновления. Лично у нас где-то, возможно, это апрель будет. Сам воздух пропитан мощью животворящей силы. Все в парк. Несколько лет назад по просьбе жены я сочинил стихотворение на 8 марта для поздравления любимых женщин. В оконце солнце светит ярко, и птица песенки поет. Журчат ручьи, 8 марта к нам идет. Цветы, конфеты и улыбки вам дарим щедро от души. Мы любим вас и понимаем, вы воплощение любви. Обнимаю, милые, любимые женщины. Хотела сказать дамы, но это для кого уж как. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.